Звездная среда. Друзья, ну что же, звездная среда. Время обсудить новости из жизни известных людей, актеров, телеведущих, популярных личностей, блогеров. Есть у нас фотография одного из, собственно, главных ньюсмейкеров этой недели. Как чувствуется, что я старею? Ньюсмейкеры, компьютер, пепси, все вот это вот. Ньюсмейкеров этой недели. Вот здесь спрятана фотография кого-то. А кого именно, это предстоит угадать именно вам, дорогие друзья. Мы вам наводящую информацию, вы нам правильный ответ. Кто первый пришлет правильный ответ в группу ВКонтакте, тот и заберет приз. Ну что ж, даем подсказки? Давай. Звезда через 3 месяца отметит свое 37-летие. За годы она успела состояться как телеведущая. Звезда. Хорошо. Она. Так. Она успела состояться как телеведущая рейтинговых передач. Угу. Завела себе миллионную аудиторию поклонников и многое другое. Но, к сожалению, так и не успела обзавестись крепкой семьей. Регина Дубовицкая. Но недавно... Давай пока не будем делать никаких Ладно. Выводов. Давай. Дадим нашим зрителям возможность... Угадать. Угадать, да, да, подумать, кто же это может быть. Недавно она сделала признание, как бы можно сказать, призналась в любви одному знаменитому певцу, который носит псевдоним Джонни, и даже написала под его фотографией, что она бы хотела от него детей. Это кто? Ну, что ж, все, так без это... тебя не это, да. Лечу тебе снова комета. Так это или нет, это покажет только время. Угу. У вас есть возможность сегодня отгадать, кто же все-таки скрывается в нашей фоторамке. Класс, друзья, обязательно дерзайте, пишите. Я думаю, что подсказки, ну, сразу открывают глаза, да, и вы должны понимать, о ком идет речь. Теперь идем к другим звездным новостям. Актер Том Круз отправится на Международную космическую станцию, чтобы поработать над кадрами нового фильма. Ну, мы знаем, что Том Круз, он всегда сам принимает участие во всех специфических трюках в своих фильмах, да, сам без выступает каскадеров. Продюсером, да, без каскадеров. Ну, я вообще не удивлен, что он рискнул отправиться на космическую станцию, чтобы что-то там снять. Значит, большая часть боевика будет записана на Земле, однако финальная перестрелку и развязку сюжета снимут в реалистичных условиях. Представители кинокомпании уже заявили, что 60-летний Круз станет первым гражданским лицом, совершившим выход в открытый космос за пределы космической станции. Но нужно отметить, что год назад на МКС летали российские кинематографисты, да, актриса, да, Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. И что получилось? А ты не знаешь? А получился научно-познавательный проект под названием «Вызов». Да, ну, нет, ты не знаешь? Получиться. Да. Нет, нет. Я только видела, что они пытались туда слетать, чтобы доснять нет, слетали. Фрагменты. Слетали, прилетели даже. Прилетели. Были съемки, как их встречали на Байконуре. Да, а потом раз, и на флешках ничего не записано. Как так получилось? Серьезно? Да. Ты не знал эту историю? О, нет. Ты что, мил моя. Так вот, да, они прилетели, а флешки оказались пустыми. Друзья. Возвращаемся обратно. Здесь у нас, собственно, с небес, так сказать, на землю. Филипп Киркоров. Да, Филипп Киркоров, Филипп Бедросович открыл осенний юбилейный тур концертом в Нижнем Новгороде. Для исполнения одной из песен он облачился в парик с длинными светлыми волосами. Вот еще впервые, да, можно было лицезреть болгара со светлыми волосами в кадре. Для исполнения одной из песен, да, это все состоялось. Многие с восторгом приняли новый образ певца, тем более, что в остальном все осталось прежним. И перья, и золото, и корона, и... Просто подари мне один только взгляд. Даже без короны. Да. Красивый город, красивые люди и красивый концерт у нас получился. Спасибо всем зрителям за тепло, любовь и аплодисменты. Написал Киркоров о шоу, которое прошло в Нижнем Новгороде. Да, друзья, ну что же, наступает время все-таки узнать, кто-то дал правильный ответ или же нет, касаемо той самой знаменитости, которая сегодня закрыта в нашей фотографии, в нашей фоторамке, простите. Да, я сейчас еще раз вам продемонстрирую. Ну вот пишут, да, люди, пишут. Очень много кто пишет. Угу. И делают свои предположения. Я скажу, что предположения достаточно такие верные были. Ну, отгадали почти все, но первой была Светлана Габибова, которая написала, что это Ольга Бузова. Угу. Ну что ж. Ну? Ты готов открыть и проверить догадку, она это была или нет? Ну что ж, ну давай не тяни уже. Ну. Раз, два, три. Ну, конечно же, Ольга Бузова сегодня... в нашей фоторамке. Фотографию-то смотри, какую нашли, да? Я что в таком образе ее не припомню.
Вот. Знаешь теперь, кто из наших телезрителей самый внимательный? Да все мы самые внимательные. В нашей коробке сегодня еще какой-то предмет находится, да, в нашей звездной коробке. О, и задание. Филипп Киркоров сменил имидж, а чем Ольга Бузова хуже? Смените имидж Оли. Ну что, я сейчас сделаю все, у меня есть маркер, друзья, поэтому я сейчас быстренько Ольге имидж-то и поменяю, с вашего позволения. Ты перекрасишь в брюнет? Конечно. Она была уже брюнеткой. Ну, что поделать, маркер у меня только черный, поэтому выбора не остается. Да, поэтому давай-ка... Или ты внесешь немножко черного в имидж? Я уж издеваться-то не буду, конечно, но ты не видела фотографию, она уже здесь вся в черном, поэтому мне остается лишь менять ее цвет волос, что у меня с блеском получается. Длинные, короткие. В прошлой жизни был имиджмейкером различных популярных товарищи. Ну что значит долго рисую? Я сейчас, не переживайте, все сделаю. Он очень ответственно подходит к выбору имиджа для Ольги Бузовой. Конечно, 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 дорогие друзья. Ну, собственно, практически все. Не получилось. И губы, пожалуй, тоже черной помады. Ох, роковая девушка вамп. Слушай, ну как будто бы да, с ночной дискотеки. Как тебе? По-моему, ты прибавил Ольге несколько лишних лет. Ну, слава богу, что не килограммов. Да, по-моему, было хорошо. Тоже плюс, тоже неплохо, тоже неплохо. Как черненько из Виагры. Да, друзья, вот так изменили мы сегодня стиль и имидж Ольги Бузовой. Надеюсь, что она на нас не обидится, тем более, что это все легко стирается. Да. Если захотите сменить образ или имидж, пожалуйста, можете обращаться к Александру Щипанову. Александру, у меня всегда с собой есть маркер. Быстро и недорого, кстати. Да, дорогие друзья. Все, спасибо. На этом у нас рубрика под названием «Звездная среда» заканчивается, и мы с вами движемся дальше.